В супермаркете я в основном, когда акции, покупаю это шампунь, мыло, там какие-то салфетки, ну, то, что мне нужно в быту, Продукты как-то я обхожу, не знаю по какой причине, но все то, что продается в акциями, акция, когда, я всегда стараюсь ее застать, потому что это для моей семьи большое подспорье. Я это приветствую, и дай бог, чтобы было у нас таких акций больше распространялось. И всегда видишь, когда такие покупают акционные или продукты, или дополнительные средства, люди улыбаются и с удовольствием это берут, друг другу говорят, что, где, когда. Так что я приветствую это.